целях повышения безопасности дорожного движения, предотвращения и снижения тяжести последствий ДТП с участием автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров в международном и междугородним сообщении, сотрудники отдела ГАИ Новополского ГУВД провели рейд. В центре города госавтоинспекторы совместно с сотрудниками транспортной инспекции проверили необходимую документацию и техническое состояние автобусов. Помимо этого, милиционеры обратили внимание на соблюдение скоростного режима, правил проезда через перекрестки, а также правил использования ремней безопасности. 27 сентября для учащихся клубов «Клиничка» и «Факел» провели квест-игру по туристским тропам в микрорайоне клуба по месту жительства «Факел». Каждая команда прошла 5 этапов – палатка, болото, костер, собери рюкзак и памятные места Беларуси. Юные туристы с ловкостью сложили костер, собрали в поход рюкзак, поставили палатку, переправились через болото, а также сложили пазлы памятных мест Беларуси. Минувшие выходные СДЮШР номер 2 города Новополоцка собрала в городском парке юных легкоатлетов. Там ребята состязались за звание лучших в легкоатлетическом кроссе «Золотая осень». Дистанции от 100 до 1000 метров бежали как малыши, так и взрослые ребята. Каждый участник получил авторскую медаль.